Студент 4 курса Виктор Вишневский увлекается футболом с 8 лет. На поле его привел отец, заслуженный ветеран Крыльев Советов Владимир Меридонов. На счету у Виктора немало забитых голов, рекорд 6 за один матч. Тренировкам студент посвящает все свое свободное время. По его мнению, новый футбольный манеж отлично подходит для тренировки спортсменов зимой. Оно намного больше, чем было раньше у нас в обычном спортзале. И здесь есть где разгуляться, есть где пробежать, куда открыться, и это радует. Вроде на улице холодно, зима, да, а здесь тепло. Очень хороший газон. Прям вообще мягко, мячик стелится, супер. В Самарской области футбол – самый массовый вид спорта. Им занимаются более 70 тысяч человек. Благодаря проекту «Демография» в прошлом году в области построено более 20 площадок. В этом году запланировано строительство еще 22. Стадион «Звезда» был построен на деньги частного инвестора. Таких площадок в городе 5. Одна из них пока в процессе строительства. Губернатор Самарской области Дмитрий Ильич Азаров особое внимание обращает на развитие государственно-частного партнерства. Это не первый объект, который построился в рамках такого взаимодействия. Я рада, что у студентов, жителей района, детей и взрослых людей появилась новая возможность в современном объекте, открытом, закрытом, заниматься систематической физической культурой, спортом. Стадион «Звезда» – это открытое поле 60 на 45 метров и крытый футбольный манеж 20 на 40 метров. Здесь есть все условия для любителей футбола. Удобные раздевалки, душ, инвентарь для игры. Большое поле рассчитано на 270 зрителей, малое – на 50. Название стадиона «Звезда» было выбрано не случайно. Цель проекта – привить учащихся любовь к спорту и найти новые футбольные таланты. Ведь в первую очередь это было сделано для спортивных школ и вузовских команд города. Мужская команда «Бути» под названием «Университет связи» является победителем многих областных соревнований. Наличие постоянной тренировочной базы, вот именно такой, позволит ей еще улучшить результат. Тренироваться на стадионе при желании могут все любительские команды города. Условия расписания аренды можно найти на сайте futbolsamara.ru. Елена Нижегородцева, Василий Колдашов, «События».